Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать вас на нашем канале. В данном ролике я расскажу об особенностях течения такого уникального синдрома, синдрома поликистозных яичников. Я расскажу вам, как необходимо проводить диагностику данного заболевания, лечение и динамическое наблюдение для того, чтобы вы прожили полноценную репродуктивную жизнь и не страдали в более пожилом возрасте. Чтобы разобраться в данном вопросе, пожалуйста, досмотрите видео до конца. Друзья, вам стоит незамедлительно обратиться к гинекологу, если вы отметили впервые какие-либо нарушения менструального цикла, необоснованное появление избыточного роста волос на лице и теле, прибавки веса тела за короткий период при соблюдении пищевого поведения и дозированной физической нагрузки и при наличии отсутствия беременностей при регулярной половой жизни без предохранения в течение одного календарного года. При обращении пациенткой к врачу-гинекологу пациентке будет предложено пройти комплексное обследование, включающее в себя оценку уровня гормонального спектра крови, проведение ультразвукового исследования органов репродуктивной системы и оценка метаболических параметров, таких как биохимический анализ крови. Так как синдром поликистозных яичников – это хронический генетический синдром, то, к сожалению, он сопровождает пациентку весь ее репродуктивный период и имеет он хроническое волнообразное течение. Фазы активности, когда манифестируют жалобы пациенток, сменяются фазами затухания. И очень важно помнить о наличии сердечно-сосудистых рисков, наличии преддиабета, возникновении сахарного диабета второго типа. Поэтому особую опасность представляют пациентки с синдромом поликистозных яичников, избыточной массой тела или ожирением. Что касаемо лечения синдрома поликистозных яичников, то на сегодняшний день медицинская фармацевтическая промышленность достигла огромных результатов в подборке препаратов. И существуют разные препараты, начиная от препаратов, которые нормализуют вторую фазу менструального цикла, и комбинированными оральными контрацептивами, и наличие комбинированных оральных контрацептивов с натуральными половыми стероидами и с динамическим режимом дозирования, и даже использование менопаузальной гормональной терапии и триггеров овуляции. То есть арсенал лекарственных препаратов для помощи пациенткам с синдромом поликистозных яичников очень многообразен. Но принцип лечения основной таков. Если пациентка не планирует беременность, то мы лечим ее длительно, не отменяя лечение, до желания пациентки выполнить свою репродуктивную функцию. Если стоит вопрос о наступлении беременности, то мы используем препараты для стимуляции овуляции, триггеры в течение года-полутора. Если терапия неэффективна, мы предлагаем пациентке проведение оперативного лечения. На сегодняшний день все операции при синдроме поликистозных яичников высокотехнологичные, щадящие. Институтом репродуктивной эндокринологии Федерального государственного бюджетного учреждения Научно-медицинский центр эндокринологии накоплен уникальный опыт по выявлению, ведению и динамическому наблюдению пациенток с синдромом поликистозных яичников в различные возрастные периоды. Нами оказывается колоссальный спектр услуг, причем этот спектр услуг уникальный по выявлению данного заболевания и по лечению. Получить консультации в нашем центре по данному заболеванию можно в рамках программы обязательного медицинского страхования либо на договорной основе. Чтобы записаться на консультацию с специалистом нашего центра, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.